Ох, липучечки, вы мои. Всем добрый-добрый день. 30 марта 2024 года. Боже мой, да кто тут такие сладкие собаки? Все радуются, гавкают и играют. Всем привет из домашнего питомника Костропула. Как обычно у нас наша красавица Алсу вот таким образом кушает. Сейчас водичку поменяю, накидали корма. Вот так вот ей нравится сидеть в миске. А здесь у нас маленькая гав-гав происходит. Веселунчики, вы мои. А это кто у нас? Это Рузи. Да, помощники мои. Видите, мой веник валяется, швабра. Я, как всегда, вся в трудах, в делах. Да, и решила всем нашим любимым друзьям и подписчикам, владельцам наших выпускников и будущим владельцам записать это видео. И, конечно же, как обычно, мы от всей души желаем всем доброго дня и прекрасного настроения, улыбок, улыбайтесь вместе с нами, поднимайте свое настроение, и это еще не все. Сегодня у нас будут невероятные новости, и тот, кто досмотрит это видео до момента, когда я об этом расскажу, вы узнаете космические новости питомника Костропула. Да, Богдатик, да, мой шляткий зайчик, да! Вот так вот он любит в этой лежаночке позировать. Сказать, это вот моя пуделя тоже люблю. Тут поцелую сладкого, сладкого пуделя. Пуделя, я, извините, пока так сильно не различаю сверху. А по щеночкам, пожалуйста, вкусную погрызушку, которую я делала сама. Это из носов говядины сушила в дегидраторе. Очень зашла, видите, малыша. И взрослые тоже, конечно же, любят. Это у нас сивилька и бахрамчик. Итак, сивиль вкусненько, сладенько. Обожаю наблюдать, как кушают собачки. Ой-ой-ой, тяв-тяв, пик-пик. Да, да, кто у нас, скажи, совсем не воображает на видео? Это мальчик Шанхай. Зазвенели. Как вы думаете, кто это? Бахрам, любовь моя. Какой же ты смешной. Я такой вот приставой. Так, здесь у меня там капают, это Техасик, это у нас, кто, как тебя зовут, скажи, пожалуйста, это девочка у нас, так, у нас Сивиль и забыла, господи, вылетела. Вылетела, вот так вот внимательно на меня смотрит Шанхай, Сауле, девочка, хулиган, а? Так, сейчас кокульку уберу, ребята, так, мои дети там, сейчас я оставлю этих малышей. Да, вот так еще покажу. Сейчас приду, еще водичку им поменяю полтора. И пойду. Сейчас капусту уберу. Видите, на пеленочку сделала у нас. Алсу, между прочим, прибежала, сделала. Так. И пойдем погуляем с нашими остальными собачками. Дома у нас остался Елисей. Ну, не остался, он погулял. Пока мы не напрягаем его глазик. Потому что начинают дети прыгать. В общем, из-за этого гуляют у нас отдельно. Филипп тоже побежал домой, мамочка. Лёлечка у нас побежала к деткам. И Стечка у нас, Лавушка. Дети, чупа-чупсы. Все остальные на прогулке. Пойдем сейчас вместе гулять. Поэтому Сауле, да. Всех озвучила. Скажи, да. Да, у нас сегодня, ребят, невероятная погода. У нас в Крыму 22 градуса по прогнозу погоды, а на солнце, конечно, там все 30, мы в шортах, в топиках с дочкой вдвоем гуляем с нашими собачками. Собаки гуляют целый день буквально, поэтому пойду сейчас собирать их. Это наши черноподпалые мальчишки Шейх и Шанхай, красавчики. Пудели с колечками бегать. Пуделей вот так вот вам не расскажу сверху, потому что это надо трогать ошейник, смотреть писюн, и тогда будет понятно, кто где кто. Пока я еще так сразу сверху не разберу. Богдадик завалил Техасика, Сивилечка грызет вкусняшку, а Сауле сидит уже тут. Так, ну что, ну конечно, Алсу всегда королева. Королева, моя королева. Хочу напомнить, что все эти дети, кроме трех щеночков, которые уже проданы в поисках своих пап и мам, стоимость щенков можно посмотреть на канале в Ютубе в разделе папки «Цены на щенков». Все цены указаны, ребята, уже все указаны. Потому что вот такие вот мы разные, посмотрите. Мини-стандарт. Вот не
не могу не показать, вы знаете, вот этого хулигана настоящего, любимого хулигана. Когда играют на самом деле так дети, это счастье. Это счастье, это говорит об их здоровье, об их прекрасном самочувствии. Да. И пусть они играют сколько им хочется. Сколько хочется. Вот и тут свое красивое ушко. Это у нас вот такой вот шикарный красавец Хаул. Да, вот он такой маленький, компактный. Так, кокульки убираем и опять продолжаем сейчас паузу. Так, ну что, ой. Ну да, еще не вляпаться в это. Говорят, это к деньгам. Обязательно. Ну а как же, у нас это часто происходит. Так, вот все. Бежим на улицу, оставляем малышей веселиться и играть. Всем еще раз приветик. Где тут наши? Давайте всех, чтобы все мамочки увидели своих детей. Лондон. Где наша красавица Лейсан? Вот она бегает. Вот она тоже пришла кушать. И Багдадик. Вот он ваш. Мама Антонина. Хулиган красивенный. Да, такой сладкий мой. Все, идем гулять. И оставайтесь с нами, чтобы я не нажимала на паузу. Ой, вернее, на, ну, чтобы не соединять видео. Вот стараюсь сейчас вот так аккуратно, не прерывая. Так. Так, ну что. Вот они все наши собачки. Пойдемте, мои хорошие. Пойдемте, мои любимые. Пойдем. Все идут со мной. Мамочку ждут мои сладкие собаки. Хотите, покажу, сколько градусов сейчас? Вот у нас в тени 24. Так, пойдемте. Все гуляют, и мамашеньки у нас уже гуляют с нами. Так, ну под ноги-то не надо лезть. Побежали. На солнышко, космосик наш. Диванчик что пустой? Мои хорошие, вот так они мне рады. Мамочка к ним привышла. Ну что? Всем приветик от наших собак. Я принесла вкусняшек несколько штук, чтобы показать вам наших, собрать их вместе. И Рошель с нами гуляет. Рошель! Вот она, наша Рошелька. Наша самая старушенька тоже с нами гуляет. Анжела! Девчонки, давайте, залазьте на диванчик. Диванчик нагрелся на солнышке. Космос умеет ходить на задних лапках. Акса, вот стервоза ты такая. Сейчас я вам дам. Давайте покажемся всем. Вот так мы умеем. Вот такие мы собаки. Вот они все мои любимые. И взрослые, и дети. Ничего не вижу, что снимаю. Надеюсь, вам будет лучше видно, чем мне. Потому что очень сильное солнце. И сейчас мы погуляем. Анджи. Вот это вот мама наших мальтипу. Вот. И мальтипухи у нас тоже с нами здесь гуляют. Где они? Вот он наш Мерсик красивучий, которым 1 числа исполнится 5 месяцев. И его сестренка где-то, я не знаю где. Да, где она? Вот она. Ламборджини. Вот она. Так, все, даю вкусняху. Сейчас. Все, побежали. Все побежали, космос. Скажи, я не дурачок, мне, пожалуйста, из рук. Так, ну что, гуляем и передаем всем привет. Вот так у меня получилось вроде бы, да? Без соединения, чтобы потом видео не соединять до вечера. Все в одно видео складываю. Вот все мы гуляем. Наконец-то у нас настоящая крымская весна. Ну, я думаю, что холодно еще будет, но сегодня прям вообще просто супер. И, конечно же, мы сразу же пользуемся нашей прекрасной погодкой. И все наши собачки гуляют. Еще раз хочу напомнить, все, кто с нами сегодня погуляют, с нами даже Жорик гуляет, да, и Феодосинка, и Шаманчик, и Тарантинушка, и красавица Панагия девочка, и Жаночка, и Арпишенька, и Купидончик. Узнают новости невероятные, очень-очень хорошие новости. Вы узнаете, прогулявшись с нами. Ну, давайте пока погуляем, поиграем. Еще раз буду показывать собачек. Вот хожу за ними, как есть. Это у нас гуляет красавица Пелагея. Пелагея Елисеевна. Все, мы уже полностью привились, чипировались. Ждем карантинчик. И девочка, в принципе, готова будет к переезду. Все эти собачки, которые у нас здесь с нами гуляют, они все полностью привиты, чипированы, прошли карантин и готовы к переезду. Вот такая шикарная мини-девочка, черный уголечек, продается сейчас по скидке. Уточняйте, кому нужно, пожалуйста, по телефону под видео. Багира, умница, красавица, вообще нереальная девочка. Ей 31-го завтра исполнится 7 месяцев. Эта вот девочка просто уже готова, она никак не поменяется, у нее уже и зубки даже там наменялись. Вот такой красавец медведь. Медвежонок голубо-подпалого окраса по кличке
Аюшка, аюдак, аюшка, аюдак продается, ему 5 месяцев. Ну, все здесь дети, которые продаются, это наша кошечка. Да, кстати, мы прививаем не только малышей, мы прививаем и взрослые. Взрослые у меня по графику, по возрасту, ну, раз в год мы прививаемся. Кока, кстати, прививалась у нас вчера. Вот, поэтому все наши собачки по возрасту прививаются. Ой, какие мои хорошие. Уже даже прячутся в тень. Вот такая вот жара, да? Вот такая же ты шкодная, красный язычок. Да, да, вот такая девочка у нас. Красавица. А это наш мажорик. Мажорик Юляша. Красотуля. Акса Берсен. Аксенова наша мамочка. На, Акса. Красавица. Жорик, Жорик. Ходит, ходит. Ролечка наш красавчик. Нептуха с нами гуляет. Шаганы с нами гуляет. Все, короче, гуляют, ребята. Боженушка, наконец-то, скажи. Это мамочка наших умнях. Да, вот такая красавица. Мамочка деток, которые сейчас в поисках папы и мам. Маратик здесь, и Беларусь. Вот их любимое место здесь под этим деревом старым. Возятся, что-то грызут. Малышка Камила, вот это вот. Нереального окраса красивая девочка, малюсенькая. Думаю, что она будет миниатюрной, прям ближе к мини. Вот она. Да, разве так покажешь? Ладно, потом посмотрим подробно каждого. Коко еще раз покажу. Марусина, Бажена, Купидон, царица с нами гуляет. Ингушка с нами гуляет. Инга оттекла, и теперь тоже я ее уже выпустила сегодня первый раз отдельно. Белая наша гвардия, белорусинка, ракушенька. Ну что, я думаю, пора уже озвучить наши шикарные новости. Итак, один из малышей, гуляющих здесь с нами, нашел свою семью и уже через несколько дней поедет в новый дом. Это девочка. Ну, скорее, кто, как вы думаете? Это девочка, это беленькая девочка, красавица, вот это белорусинка. Ура, аплодисменты, на, девочка, давай покажем, какая ты хорошенькая. Мини-девочка белорусинка нашла свою семью и уже через несколько дней поедет жить в теплый город Краснодар. Да, поздравляем семью, поздравляем с приобретением нового члена семьи. Белорусинка поедет в любящую семью, где ее уже очень-очень ждут, оказывается, давным-давно присмотрели. И вот, наконец-то, решились и приобрели эту красавицу. Так что еще раз поздравляем семью, поздравляем белорусинку, что она обрела свою любящую семью, в чем я, несомненно, уверена, прекрасные люди. И хочу напомнить, что из этого помета у нас в продаже 3 мальчишки, которые почему-то... Никто на них глазик еще не положил. А если положил, то, пожалуйста, сейчас действует небольшая скидка. Это вот этот вот малыш, который грызет качан капусты. Я им даю поиграться. Беленький мальчик по кличке Босфорик. Мини, это дети. Это белорусинка подошла. Это мальчишки. Он короткошерстный. Это братишка по кличке Байкал и Биюк Янышар, это длинношерстный вот этот вот малыш, который два братишки играют, дети нашего мажора, внуки нашего Филиппа и дети нашей радужки, красавицы и умницы. И это дубль помет у нас, пометы такие уже были от этой пары, это прекрасные психически здоровые дети и физически здоровые, естественно, замечательные малыши в продаже. Так, это Марат тут прыгает, скачет. Вот она, эта девочка Камила. Камила, это тоже такая вертушка, вертихвостка. А Багира все ходит за мной по пятам. Моя девочка хорошая, очень хорошая девчоночка. И сейчас продается, как все щеночки, по скидке. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, уточняйте. Это Космос. Да, Космос, кстати, дедушка наших умнях, которым по 5 месяцев. Он папа Бажены, это видно, правда? А также Жасминка, мама Бажены. Где моя Жасминочка? Вот она, красотулечка моя любимая. А Жасминочка дочь Филиппа. И дети, вот она Бажена сама своей персоной. А дети это Авундушка, которая похожа на Купидона, на папулю своего. Это красавчик
На. Карадак. Вот она. Авунда. Чудесная девчонка, красивенная. Это артекушка, которая тоже продается сейчас по скидке. Уши у нас огромные, милые такие. И бычок, кабачок. Люблю его так называть. Который грызет бабушкин инжир. По кличке. Вот он. Аюшка, аюдак. Вот он, красавец, грызет. Да, да. Артекушка и аюдак. Вот такие вот мальчишки у нас. И девчонки красивые. Вот такой пятачок. Снимаем макросъемкой. Дети на самом деле компактные, низкие. И, конечно же, вот он пришел, красавец, которому 7 месяцев. Это рахатик. Рахатик тоже продается со скидкой. Шикарный, стандартный, крупный мальчик. Правильный абсолютно, крепенький, умненький, замечательный, замечательный. И его сестренка ракушечка. Вот она, ракушечка. Она у нас такая дама, как ее, фотомодель. Такая стройная, с очень курносой, красивой мордашкой. Все у нее абсолютно правильно, она без дефектов, имеет документы РКФ. Она высокая на ножках, да, ну, выше, чем хотелось бы, но очень даже милая. На! Каждого щеночка я описываю абсолютно подробно, четко и точно, чтобы человек как бы понимал, да, вот, будущий владелец. Вот она, красавица Багира. Потому что частые вопросы, какого размера, мини-стандарты, больше и меньше разные есть. Разные есть, ребят. Видите, они уже немножечко успокоились, кроме красавицы Арпи, да? Ты Арпи? Арпи. Арпи — это девочка пуделя красного, которая не продается, но у нас есть малыши, которые открыты для резервирования. Это у нас Сусана, вот такого же окраса у нас детки есть в продаже. 2 мальчика и 2 девочки. Маруся, Беларуся, Маруся, в общем, Радужка. Радужка, мама Беларуськи. Вот такие вот у нас чудесные новости, ребята. Я думаю, вы радуетесь вместе с нами, когда малыши находят свои семьи. И добро пожаловать за счастьем, за маленьким прекрасным чудесным малышом, чуть более меньшим, чуть более старшим, который предлагает наш домашний питомник Остроплю. Добро пожаловать. Всё, мы обязательно подберем вам лучшего дружочка, умного, красивого, самое главное, здорового. И также у нас есть пудели и 2 мальтипу. Вот они, вот они, вот они. Одна из них девочка Ламборджини, карамелька настоящая. Да, да, да. Вот такая красивая девочка у нас. Малышка Пелагея. В общем, все заняты. Все заняты. И я радуюсь, потому что у нас, видите, какая тишина. Никто не шумит. Все гуляют спокойно. Никто никому не мешает. Папа наш отдыхать пошел. Обеденный сон. А с собачками мы гуляем. Все, ребяточки, на этом я буду заканчивать это видео. Вижу, что у собачек водичка закончилась. Пойду наливать. Всем желаем добра, любви. И еще раз всем мирного неба над головой. И пусть исполняются все ваши самые добрые и заветные желания. Всем всего самого-самого хорошего. С любовью, питомник Остроплю.